Итак, давайте посмотрим на головное устройство мультимедиа для автомобиля Skoda Octavia 2 2002-2009 годов выпуска. Устанавливается в штатное место, выполнено из качественного пластика. На передней своей панели имеет множество удобных кнопок, меню, радио, DVD, выключить звук, включить навигацию, вытащить диск там и многие другие удобные крутилки громкости и переключение треков. Также мы видим здесь кнопки управления режимом связи с телефоном Bluetooth hands-free. Очень удобно, можно разговаривать, используя встроенный микрофон, вот здесь он расположен, не отвлекаясь от управления машиной. Из функций мы наблюдаем здесь воспроизведение аудио с любых носителей, возможность подключения iPod, iPhone, воспроизведение DVD, воспроизведение видео с SD-карты, так, возможность подключения регистратора, файловый менеджер, калькулятор. Так, что еще у нас имеется? Просмотрщик фотографий, виртуальный CD-чейнджер. Из прочих функций у нас здесь есть GPS-мониторинг и калькулятор. А также у нас есть игры. Вот, допустим. Ну вот, то есть видим, да? В данной магнитоле мы можем подключаться к интернет через Opera Mobile. Я вот подключился к Wi-Fi, раздал его с телефона, и как видите, вот, принимаем, вот там давайте куда-нибудь перейдем. То есть мы видим, это обыкновенная Opera, здесь есть любимые вкладки. Вот. Или поисковик, вроде Яндекса, или еще можно поменять, допустим. Так, ладно, это сейчас не столь важно. Разумеется, есть навигация и FM-тюнер, который очень удобный. В данной магнитоле реализована возможность картинки в картинке. Так, что еще? Есть встроенный аналоговый ТВ-тюнер. Давайте посмотрим. Изображение очень качественное, без помех. И вы сможете наслаждаться им в поездке, когда вы не можете дома посмотреть ТВ, заняты на работе, возвращаетесь домой. Вы можете наслаждаться передачами, смотреть новости или какие-либо сводки погоды. Встроенная память. Встроенная память, давайте посмотрим информацию о системе. Здесь нам доступно 4 гигабайта встроенной памяти для любых наших целей. Мы можем закачивать сюда музыку, видео, фильмы и смотреть, не используя никаких флеш-карт и дополнительных носителей памяти. Очень хорошая, удобная автомагнитола, прекрасно подойдет для автомобиля Skoda Octavia и будет незаменимой его частью.